Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Евгений Бабанов. И сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Resident Evil 8 Village. Так, давайте, загружаем игру. В прошлой серии мы проникли в страшный замок вампиров, сбежали от злобных мужиков. Так. Ага, вот этот у нас, получается, замок, тут какая-то головоломка. Пока мы, наверное, ее не можем использовать. Так. Давайте посмотрим карту. Так, я понимаю, синенькая вот это значит, здесь все выполнено. Красненькая, что-то надо выполнить. А что-то надо выполнить? Какой-то квест висит. А, ну может это вот это и есть квест. Так, ну ладно. Давайте идти дальше. Смотреть, что нас ждет. Какие-то ворота, куда пойти. Так, а, тут закрыто. Заперто. Тоже закрыто. Изучить. Укрой маской из святой слепой взор. Так. Ищешь розу? Бог ты мой, что вы? Мужик, ты попал в ловушку. Любит его на пол ронять. Да, кровь. Ой, это больно. Ой. Да, не завидую я ему. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс, ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, посмотрим, каков ты. Да, мам, да. Чё лицо-то крючишь? Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрём его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Уинтерс. Отпустите меня! Да, это жестко. Так, и чё? И чё? Блин, бедный мужик, как тебя хреначит-то? Как ты выживаешь? Ой. Да ну нафиг. Мужик, ну ты жесткий. Сорок чокнутых ведьм. Ведьм, мне кажется, это вампиры какие-то, не? Так, что, выпить? А, полить на руку из баночки. Что, типа, все пройдет сейчас, да?
В подорожник-то может приложить, не? Вот так вот это работает, оказывается. Так. Фух. Какой-то рычаг. Алый бокал. Бокал. Так, вот, я так полагаю, какие-то квесты нас ждут, да? А дома, кстати, я хочу сказать, вот так стрёмно ходить, блин. Типа, а вдруг кто-то сейчас выпрыгнет? Как я тут на таком маленьком участке буду сражаться? Тут в мобов-то прилично надо патронов выпускать. Замок несложный. Так, ну если тут замок, давайте его прострелим просто. Замок несложный. Так, я понял, это так не работает. Угу. Так. В какой-то камин залезли. Так, стремновато немного, стремновато. Места все меньше и меньше нам дают. Кольцо бордовым глазом. Так, куда мы вылезли? Опа-на, что-то лежит. Обломок кристалла. Кристалл это, наверное, тот, который мы еще из этого и статую вынимали, я так полагаю. Так, реагент. Реагент это уже вот более что-то полезное, я так полагаю. Что-то еще можно найти. Порох. Теперь открыто. Так, куда мы попали? А, мы пришли вот сюда же, в эту комнату с камином. Окей. Куда они забрали Розу? Хороший вопрос. Так, это что такое? Изучить. Семейное фото, кольцо с бордовым глазом. Здесь нельзя это использовать. Так. Хорошо. Открой маска слепой взор ангелов, чтобы спасти свою душу. Так, ангельские лица, я так понимаю, да, нам надо искать. Так, я предлагаю сейчас записаться. Опа-на. Герцог. Снова встретить. Как ты сюда попал? Зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Ага, на два лагеря работаешь. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и кстати, купите что-нибудь. Купить? Ну давай. Ищите посмотрим. Что-то конкретное? Что ты нам предложишь? Так, вот я полагаю, вот это... Дополнительный груз. Так, у нас сейчас денег вообще практически нету, да? Ну нет, ладно, давайте все-таки... важнее, чем добыча. Наверное, дома. Сначала... Интересных приключений. Подкопим денежек. Сейчас запишемся. Так, записались. Подкопим денежек, и тогда уже поговорим с герцогом, так сказать, по-деловому. Так, открыли у нас ворота. Ворота, оп. Опа-на. Кто-то что-то... Где-то скребется. Открыть.
Во, Лик. Нет, это дед какой-то. Нам нужны ангельские лики найти. Да, вот на таком маленьком пространстве, блин, немножко стрёмно. Я еще в управлении путаюсь. Закрыто с другой стороны. Все ворота позакрывали нам. Ну хорошо. Давайте искать. О, это что такое? Ничего себе. Обломок кристалла. Как они часто нам попадаются. Может, их собирать надо? Так, это что такое? Кольцо с бордовым глазом. Почему не подходит? Вон там у нее тоже как будто глаза не хватает. Нельзя использовать так. А как? Самоцвет в виде глаза плохо закреплен в кольце. Если постараться, его можно вытащить. А-а-а, да ладно. Так, а как его вытащить? Так, инвентарь. Я уже разобрался, где находится инвентарь. Нельзя использовать так. Ну-ка. Опа-на! Прикольно. Так. Слушайте, ну с этим квестом я быстро справился, хочу сказать. Так, мы открыли еще одну дверь. Ой, ой-ой-ой, зачем я это сделал? Нет. Мухи проклятые. Давненько я мужиков не вскрывала. Я иди тебя сюда, повешу. Сейчас я тебя вскрою. Эй-эй, отстань от меня. Живым или мертвым? Сам что выберешь? Я больше не могу терпеть. Блядь. То есть, ё-моё, отстань ты от меня. Чё, всё, убежала? Всё, мы победили её? Блин, вот это на самом деле она меня испугала. То кто-то не хотел меня сюда пускать. Поиграй со мной еще. Ты опять за мной идешь? Ёб красоты, блин. Отстань от меня, зараза. Не жри меня. Отстань. Проклятая. Дурная баба. Отстань от меня, куда мне бежать-то, ё-моё. Да ё-моё, встань. Ой, ой, мне плохо. Неплохо. Как ощущения? Так, в какую дверь это нам? Так, что-то я запутался совсем. Куда, куда мне надо? Что здесь? Заперто. Заперто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отстань. Так. Так, тут заперто тоже. Ай, ё-моё. Господи, я был бы уже на харде, я бы тут умер, наверное, 100 раз. Да что такое-то? Для мамы ты тут слова, а для меня так, и тут заперто, что ли? Ай, ё-моё. Я сейчас все эти свои лечебные средства истрачу. А, вот сюда можно было войти. На. Фу, блин. Господи, сколько в нее патронов-то надо всадить. Трэш какой-то. Отработала первый день в замке. Я была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщины. Мне строго-настрого наказали никогда не злить госпожу и ее дочерей. Весьма неожиданно.
Прошло 2 недели с тех пор, как я начала работать в замке, и мне боязно. Горничная Аделла допустила ошибку, и мисс Даниэла полоснула ее ножом по лицу. А по ночам я слышу вой, будто призраки бродят по коридорам. Хочу домой. Ума не приложу, что делать. За обедом юные дамы жаловались на жару и спертый воздух, и тогда я слегка приоткрыла окно. Они заорали: «Закрой, закрой сейчас же!» Я боюсь, что меня отправят в подвал, откуда не возвращаются. Ума не приложу, что делать. Просто ума не приложу. Вот так вот. Так, я так полагаю, они боятся света, да? Если это вампиры. И нам надо как-то их выманить на улицу. Так. И что? Кто-то стучится. Кто-то стучится. Так. В подвал, откуда они возвращаются. Ну да, я отсюда, я, скорее всего, уже не вернусь. Так, это письмо какое-то. Письмено. Отверстие. Ну, полезли. Ой-ой-ой-ой-ой, назад. Там эта тетка стоит. Че, она там так и будет стоять? И че, мне вылезать туда? Сидит там, тречи слушает какие-то. О, правильно, иди отсюда. Надеюсь, она назад не вернется, типа что-то забыла. Патроны, да, патронов мы нормально так всадили. Еще мы всадили все наши эти лечилки. Давайте немножко сделаем вот их. Одну? Блин, надо было, наверное, переиграть. Ну ладно, бог с ним. Будем прорываться так, как есть. Вот за теткой я что-то не хочу идти, я лучше вот в эту сторону побегу. Патроны для дробовика. О, а вот это, кстати, нам очень пригодится. Что для дробовика у нас вообще практически ничего нету. Так. И чё? Статуя. Может, поджечь их надо? О, нифига, реально. Блин, как любят здесь головоломки-то, ё-моё. Я чувствую, придется подумать еще. Так, и чё темно-то так? Давайте мне света. Толчок какой-то. Какой стрёмный подвал. Не хотел бы я провести ночь в таком подвале. Да и вообще, в принципе, оказаться. Хотя... Так. Тут что, еще призраки обитают? Так, ну-ка, только не говорит, что тут еще кто-то невидимый, блин, есть. Кто там? А мухи? Это мухи летают. А мухи, кстати, вот уже, так, блин, напрягать начинают. Кандидаты: Ирина, Михаэла, Лоис, Ингрид. Забракованные: Дандора, Гретта, Надин, Камелия, Бьянка, Мелина, Астрид, Людмила, Розалинда, Лина, Стефана, Габриэла. Так. Окей. Ничего мне это не говорит, конечно. Так, что-то светится. Алмаз, что ли, опять какой-то этот? Кристалл. Пакеты. Хавка. Еще письмено.
Ирина, здоровый аппетит. Михаила, здоровый аппетит. Лоис, здоровый аппетит. Ингрид, нервозность. Порой сильно встревожена. Ё-моё, что это было? Эй, кто тут? Так, бомжи идут, бомжи идут. Где они? Выходите на свет божий. Ага. Это сранец. Еще один. С серпом идет. Идет мне подальше. О, там ящик стоит. Ай! Где ты? Ага, идет. Какой ты быстрый! Еще один с топором! Еще один идет! А-а-а! Что мне делать? Так, в комнату. В комнату беги. Беги в комнату. Где он? Вот он. Так, что это? Так, вот, подходит, подходит, подходит. На-на-на-на, получи. Все. Уничтожено. Че, еще что ли кто-то есть? Походу еще кто-то есть. Так, надо быть осторожным. У нас одна аптечка. Кстати, ингредиент. Может еще нам что-то под этот добудем. Так, стрёмно, блин, надо пока двери не открывать. Так, давайте пока дальше пробежим, посмотрим, что здесь. Че-то они тусуются, я вас слышу. Ага, вон они. Так, патроны, патроны, отлично. Да иди сюда. Ага. Все, закончились. Закончились. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там еще один за поворотом прямо стоит. Где ты? Их двое! Господи, сколько вас тут? Я не представляю, что здесь будет на более высокой сложности. Это вообще трэш какой-то, трэш. Так, надо назвать эту рубрику не летсплей, а... Ну, летсплей. Я опять все патроны потратил. Что еще? Ты еще стоишь там? Ты прикалываешься? А сколько мне надо тогда будет высадить вот в эту тетку муховую? А там еще толстая вот эта высокая дамочка у них. Ее тоже надо будет убивать ведь. Все, 9 патронов. Я без патрона вообще остался. Так, ну я надеюсь, все. Больше приколов не будет. Так, ладненько, давайте осмотрим, что здесь у нас еще я пропустил. Потому что ресурсы нам крайне необходимы. Так как к патронам я отношусь просто безбожно. Патроны для пистолета, да, вот они мне нужны. Господи, темно еще, ничего. А ты, засранец, куда ты лезешь? В пятку решил меня укусить. Я тебя сейчас сам укушу. Граната. Блин, гранаты я не люблю. Так, что, все? А, вон еще ящик стоит. Вообще по земле ползают, вообще придумали, конечно. Тут и наверх, и вперед надо смотреть, и под ноги. Еще и призраки какие-то вон обитают, тут двери открывают сами по себе. Может, еще скажете ЕГФ записать? Это что там за этот? Какая-то руна.
Так, тут еще надо что-то вставить. Господи, сколько головоломок-то. Там какие-то... Саркофаг какой-то стоит. Там Дракула, что ли, находится? Угу. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Опять эта тупая девка. Господи. Бежим. Или типа нам ее надо стрелять? Я не понимаю. Нет, мы в подвале находимся. Куда стрелять? Нам ее надо на улицу как-то выманить, я полагаю. Отстань. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, больно. Больно. Куда? Куда? Бежим. О, улица. Так, нет, это не улица. Куда ты собрался, дорогой? Куда? Тебя подальше. Урод мой. Пули мне не страшны. О, опана. Все, пердык тебе. Так, давайте, кстати, сейчас мы сразу гранату кинем в нее. Так, как выбрать? Ой, господи, что я нажимаю? Занервничал. Так, вот граната. Выбрать. Давай, под ноги ей кидай. Ай, да, зараза. Только нет. Так, ну давайте дробовик, наверное, да, возьмем дробовик. Вот у меня 5 патронов есть. Вот. На, вот тебе вот так, вот на тебе вот так. Все, все. Это на все, что ты способна. Вот так вот. Кристаллическая кто-то там. Ну, кстати, я бы и на харде попробовал. Если уж так пошло. Так-то чё? Ребят, напишите в комментариях, как мне стоит сделать. Может, я на харде поиграю? Будет интересней. Или на обычке также продолжить играть. Я могу до этого места как бы вот пройти на харде и продолжим летсплей отсюда, грубо говоря, откуда-то. Сейчас у нас серия скоро будет подходить к своему концу. Так, бутылочка. В общем, давайте все сейчас пишем в комментарии, на каком уровне сложности мне играть. Потому что если это был первый босс, я его так быстро завалил. Конечно, я не знаю, получится у меня вообще игру пройти на харде или нет. Но это будет, может, крайне долго, я не знаю. В общем, пишите свое мнение в комментариях, там посмотрим, разберемся. Ржавые обломки. Так, а что здесь? Опа-на! Дульный тормоз. Вот это апгрейды подъехали. Замок несложный. Так, пистолетом он уже не открывается, я так полагаю. Отмычка. Да ладно. Давайте сразу откроем его. Опа-на. Отмычечка подъехала. И что же нам принесет этот сундук? Деревянная статуя ангела. Может, это надо вот в ангелов этих ставить? Угу. Сейчас проверим. Так, только бы еще найти, где они. А мы сейчас где? Так, тут. Какая-то бутылка. Так, не все просто. Мы в какой-то ловушке. Тын-тын-тын. Так, это главный зал у нас. Да? А, это вот эти двери были закрыты, я понял. Я вас понял. Так, сейчас проверим, вот ангелы там внизу стоят. Нет, нельзя вставить. Нельзя вставить. Так, ну давайте тогда сохранимся. Входите, входите. Господи, Герц, ты чё пугаешь-то? Какие новинки у тебя есть? Блин, я деньги не успеваю зарабатывать, у него уже новинки какие-то там появляются.
Так, давайте вот сохранение сделаем. А то мы тут все-таки босса убили. Ищите что-то конкретное? Ну, давай. Кошелек герцога. Так, что мы можем продать ему? Вот давайте кристаллы продадим. Надеюсь, они ни для чего не нужны. Череп. Это что такое кристаллическое туловище? Так, а вот сюда, наверное, можно что-то вставить будет внутрь, да? Сюда. Что-то написано-то. Кристаллические мощи дочери Димитреску. Ценная. Ценная. Ну, ценная тогда не будем пока продавать. Так, вот бокалы я точно, наверное, не буду продавать. Статуэтку, наверное, точно не буду продавать. Ожерелье Ингрид. Ну и это тоже не буду продавать. Что-то пока... Может быть, понадобится для чего-то, я продам и дальше игру не смогу играть. Так, мина. Да и все, наверное. Обменять на лей. Да. Конечно, обменять. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Во, я вот этот сундук хотел купить. Чемодан. Будем с чемоданом сейчас ходить, как деловые люди. Так, патроны, чё, ноль, это что, это 0 рублей, что ли, стоит? Ну, конечно, покупаем тогда, о чем вопрос. Интересный выбор. Интересненько, да. Вот это купить тоже. Это купить. Если 0 рублей, то, конечно, купим. В чем вопрос? В чем вопрос? Все покупаем. Так, и мы сейчас, чувствую, будем тут при оружии вообще, конкретно. Ну, вот этот пистолет что-то мне не особо нравится. Не хочу его покупать. Так. Ну что, да, господа хорошие. Встреч. Мы так нормально себе пополнили боезапас. Вон, у нас тут уже 6 патронов есть. Так, давайте еще раз сохранимся. Сейчас пойдем просто в такую лютую атаку, я чувствую. Угу. Так, ангелов мы пока ни одного не нашли, да? Так, вот здесь мы были. Или не были? А, были, были, точно. Мы здесь пробегали с этой какого... Там из комнаты с цепями сбегали. Так, а теперь куда нам? Так, красненькая. Главный зал. Так, вот здесь какая-то отмычка. А, точно, вот у нас там отмычка была. Давайте посмотрим, что вот в этом сундуке лежит. Даже если там будут просто патроны, а патроны мне крайне нужны. Точно, это, в этот ящик я прострелил там 2 патрона. Так, ну что же. Опа-на, дробовик. Патроны для дробовика, это нам очень нужно. Теперь у нас боезапас, тут не знаю, хотя бы там этого главного босса убивать. Так, а здесь что было? Что-то здесь блеснуло. Не вижу. А, вот. Пусто. Обманули. Так, куда дальше-то бежать? Так, снаружи. Там вход. Оттуда мы прибежали. Ну, пойдемте дальше наверх. Винрум. Сейчас чувак выпьет, и будет у него все прекрасно. Забудет про все свои травмы. Про откушенную руку. Семейная фото. Ой, не то нажал. Ло. Кровь девственницы. Еще одна головоломка решена. Сегодня я просто разрываю эту игру. Так, порох. Слушайте, нас игра к чему-то готовит серьезному, я так полагаю. Ключ от внутреннего двора. Фу, да, я в ударе, я в ударе.
Зомбаков этих давно не было, оборотней. Блин, ваза, проклятая ваза. Ой, ее тоже можно разбить. Так. Мы и при деньгах, и при патронах, и при хорошем настроении. Это же вообще прекрасно. Зачем только я стреляю по этим вазам, непонятно. Я так... Блин, вот может реально вот эти статуи просто надо туда взять и отнести? Может их гранаты надо... Нет, дробовик я не хочу тратить на это. Так, мина. Ну это же, ну не может быть ликом ангела. Правильно? Нате в подбородок. Нет. Слушайте, наверное, да, все-таки это не эти статуи. Ладно. Допустим. Че, кто-то есть? Так, винная комната, мы отсюда пришли. Кто-то дверьми колышет. Кто-то колышет дверьми. Еще патроны. Блин, у нас тут боезапас уже, я не знаю. Вот это тишина, какие-то звуки, крюки там раздаются. Я вообще в шоке, на самом деле. Герцог! Он заснул, что ли? Не спать? Вам что-нибудь подсказать? Да не упади ты. Я могу установить любые модификации на руку. Удачи. Модификации? Нет, у нас денег нету. Мы бомжи. Так, давайте еще раз сохранимся. Мы тут какие-то квестики сделали. Вот. Ну, собственно, и давайте на этом моменте, наверное, прервемся. Закончим эту серию. Сегодня мы победили одну вот эту безумную девку какую-то. Вот. Собственно, сделали много квестов. Ну и будем ждать продолжения. Герцог наш друг, вон даже уже в сон клонит его, рассматривает руку, кайфует там, сидит. Вот, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Евгений Бабанов. И это прохождение игры Resident Evil 8 Village. Немножко поздно, но интересно.